Всем привет! Продолжаем путешествовать по городу Петербургу, моему городу. Особняк Ушакова, миллионная 17, архитекторы Вербицкий. Год постройки 1730-1899-1900, стиль эклектик. Я пользуюсь сайтом Википедия и City Walls. Особняк Ушакова, доходный дом Петроградского английского собрания. Первоначальный участок был сквозным. В 1730-е здесь находился особняк генерал-аншефа Ушакова, начальника канцелярии тайных разыскных дел. Сюда сразу после убийства Урицкого 31 августа 1918-го примчался на велосипеде Леонид Кангиссер. Здесь его и арестовали, вот как пишут. Понимая, что от автомобиля ему не оторваться, Кангиссер затормозил около дома 17 по миллионной, бросил велосипед, бежал в первую квартиру, дверь которой была открыта. Это была квартира князя Меликова. Не обращая внимания на изумленную прислугу, схватил с вешалки пальто, надев его поверх куртки. Он спустился вниз, вышел во двор, но там был опознан и арестован. А вот что пишет дочь Сиверса, Татьяна Александровна Аксакова-Сиверс. Это дочь Александра Александровича Сиверса, помощника начальника главного управления уделов. Студент Кенигиссер завернул во двор дома 17, бежал по черной лестнице в третий этаж и отстреливался с площадки. Все проживающие в доме оказались на подозрении, которое в отношении отца усугубилось следующим обстоятельством. Переезжая в небольшую квартиру, папа поставил часть мебели на продажу в комиссионный магазин на Караванной. Магазин этот принадлежал ему знакомому Бурнашеву. Телефонный номер магазина оказался в записной книжке Кенигиссера. У Бурнашева была устроена засада. Когда Александра Ивановна, это домоуправительница Сиверса, явилась узнать, не продалась ли его мебель, ее задержали, и папа в ту же ночь был заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Уже выведенный на мол Петропавловской крепости избежал погрузки на баржу, которая широко использовалась в те дни, чтобы топить заложников. Он был впоследствии освобожден. Здесь находился частный дом престарелых на четвертом этаже. С конца 19 века дом принадлежал аристократическому клубу «Английское собрание», членами которого были скульптор Шубин, генерал Багратион, литераторы Крылов, Пушкин, Карамзин. В 1909 году в доме на Миллионной 17 размещалось Генеральное консульство Аргентинской Республики, а в 1939 студенческое общежитие. Ну вот такая информация с сайта City Walls по Миллионной, дом 17, особняк Ушакова, начальника канцелярии тайных разыскных дел. Все, пока-пока, до свидания.